Новый детский сад в Мирном откроют в октябре. Администрация района заверяет, объект в микрорайоне Заречный станет решением проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях. Организация-подрядчик «Строймонтаж-2002» обещает закончить строительные работы к октябрю. Муниципалитет подтверждает их слова и проводит постоянный контроль объекта. О новом садике расскажет Мария Урцева. Сложно ли получить место в детском саду? Жители говорят «да». Если для детей с 3 лет такой проблемы нет, то малышей от года некоторым родителям пристроить некуда. Некоторые говорят, что очередь не дошло. Некоторые говорят, что дошло, быстро дошло. Сложно, если маленький возраст взять, 2-3 годика, вот, до 3 лет. Сложно все равно, детям некуда. Детей некуда отправить, родителям на работу выходить приходится. Сегодня получение мест в детские сады ожидают дети 2014-2015 годов рождения. Очередь для детей с 3 лет работникам компании «Алроса» закрыли еще в прошлом году. Проблемы с ожиданием мест в муниципальные и дошкольные учреждения обещают решить уже в октябре. Осенью в микрорайоне Заречном должны ввести в эксплуатацию новый детский сад. Его строительство началось еще в 2014 году и несколько раз приостанавливалось. Нынче власти района обещают завершить затянувшуюся стройку. Срок ввода у нас остается октябрь 2017 года. Пока больших опасений по вновь утвержденному графику по выполнению работ нет. Руководство фирмы-подрядчика «Строймонтаж-2002» заверяет, большая часть материалов в наличии. Сейчас ждут поступления игровых комплексов и фасадной отделки. Выполнили штукатурку стен, заканчиваем стартовую шпаклевку. Также второй этаж полностью закончена стяжка. Задействовано около 90, ну, в том числе это сварочные работы ведутся, слаботочные, электрика и отделочные работы. Новый муниципальный детский сад рассчитан на 254 места. По словам главы администрации района, он решит проблемы с нехваткой мест для детей 2- и 3-летнего возраста. Мария Урцева, Артур Голиков, Тимур Шерижик, телеканал «Алмазный край».